Сабалар Хаир! Доброе утро! С вами рубрика «Саглыгым байлыгым». Я ее ведущая Фатиме Абдираманова. Сегодня мы с вами сделаем подкачку на степе. И первое наше упражнение. Мы отпускаемся на степ, отпрыгиваем назад, выпрямляем ноги. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Следующее упражнение. Мы отступаем от степа. Ноги согнуты и поочередно касаемся плеча. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение мы с вами сделаем скалолаз, раскрывая ноги в сторону. Упираемся на степ и раскрываем ножки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее мы с вами сделаем обычное отжимание. Просто присели ручками. Отжимаемся. Хлопок. Отжимаемся. Хлопок. Раз. Два. Раз. Два. Далее мы упираемся руками о степ. И поочередно касаемся плеч. Раз, два, раз, два. И в завершении ставим руки на степ, стоим на коленях и поочередно опускаемся на локти. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не пропускайте нашу ежедневную рубрику «Будьте здоровы, корешкенджи».